И снова здравствуйте, с вами Олег Алавгудвин, и мы проходим мануальную терапию. Сейчас будем разбирать методы скручивания. Скручивание у нас в основном используется для шеи и для поясницы. Ну, в данном ролике мы рассмотрим поясницу. Для этого есть несколько положений пациента у нас. Первое – это повернись ко мне передом, к лесу задом, на бочок. На бочок вот на этот положимся. Да, ровно на боку человек лежит, верхнюю ногу поворачиваем к себе, кладем вот так, нижняя нога прямая, эту руку вытягиваем сюда, эту руку назад и давим, соответственно, на таз к себе, а плечо в противоположную сторону. То есть у нас идет раскручивание человека по спирали, вот так вот. Растянули, дошли до преднапряжения и... Продавили. Было, да? Да. Ну вот, с детьми это, конечно, гораздо легче. Если человек потяжелее пришел, да, то тогда можно некоторые вот своей ногой еще там давят. Или вот так ногу выпускают. Поближе ко мне еще. Вот сюда. Тогда мы зацепляемся своей косточкой, вот этой. Ну вот этой. Вот. Зацепляемся за гребень подвздошной кости. Вот за гребень, да? И растягиваем вверх и на себя. А здесь, чтобы не было больно, не давим ни подмышку, ни вот в эти мышцы, да, ни в ключицу, будет больно, да. А стараемся давить мягко, вот так вот, жестко, всей рукой. Раз. Сделали. Вот серьезный прием, да. Следующий прием. Ну, можно вообще... Ладно, попытаться лежи. Если нас интересует сколиоз, да, и вот в данном случае он ушел вниз, то нам надо верхнюю часть растянуть, да, мы берем, растягиваем человека, это уже видно, да, тут нижние позвонки подцепили пальцами и на себя, подняли вверх. То есть, как я говорил, если что-то вот позвоночник прямой, да, что-то ушло, например, влево, да, то мы должны давить вправо, а с противоположной стороны растянуть. Тут растянули, подготовили вакантное место и вставили. Теперь, если они ушли в нашу сторону позвонки, да, тогда берем две коленки, складываем вместе, сгибаем их. Ну, вот, давайте сначала немножко расшатаем, то есть берем за одну ногу, упираемся в живот и с помощью своего тела расшатываем косточки и щупаем их. Щупаем, соответственно, сверху и снизу. Где зажим, смотрим, где что-то не в порядке, где что-то ушло в сторону. В принципе, этого уже бывает достаточно, чтобы человек расслабился. А если конкретно правка идет, да, еще раз повторяюсь, сколиоз, позвоночник ушел вверх в данном случае, да? Подбираем обе коленки вместе, сюда. Значит, мы растягиваем с той стороны вот таким вот образом, а с этой стороны прожимаем вниз одновременно. Следующий прием. Если нам человек попался такой тяжелый, да, то мы тогда можем на полу сделать, можем на столе. Забираемся повыше на стол. И вот таким приемом растягиваем грудную клетку сюда, а таз в другую сторону. Раз, раз, раз. Если и этого мало, да, то есть прием еще более прогрессивный, такой усиленная формула, скажем, да. Для этого обходим человека сзади. Но я не буду обходить сзади, повернись ко мне. Да. Ко мне задом, к лесу передом. Вот так. Да, лежит голова, должен лежать за плечом. Этой рукой придерживаю свое колено. Соблюдаем прямой угол, он просто придерживает, да. Чтобы, например, усилить движение, да, можно вот дополнительно повесить ногу, чтобы она висела и расслаблялась.
А эту ногу напрямую зацепились за стол. Держись вот здесь за стол. Держишься. Иной раз бывает, пока человека так раскладывал, у него уже все прохрустит. Теперь голову поворачиваем в обратную сторону. Вот так вот. Дополняя движение глазами, тоже смотрю в эту сторону. Чтобы помочь человеку смотреть, мы делаем такой шуточный прием. Это рукой сделай лайк вот так вот. И смотри на свой лайк. Пока она на него смотрит, мы своей рукой, как в машину, вот это вот, ремень безопасности, да, всю грудную клетку заворачиваем, захватываем, а с этой стороны под гребень подвздошной кости подставляем свое запястье, садимся пониже и упираемся себе в живот. Движение будет мощным животом. Вот, растянули, раскачали и раз. Хрустнуло там, да? Ну не страшно же? Вот, молодец. Это хрустнули сейчас L4, L5, S1 соединения вот эти, да, нижние. А если надо повыше, грудной переход, ну, например, вот там D12, L1, да, вот эти переходы, то тогда мы руку опускаем, а ногу чуть ниже. И растягиваем вот так вот. Тут я уже упираюсь в бедро. То есть я толкаю уже не таз, а толкаю бедро в сторону. Больно? Mm-hmm. Чтобы смягчить, можно, нам это уже рука не нужна, можно так захватить человека. Так. Ну, в принципе, этого достаточно для скручивания. На сегодня. Дальше мы перейдем к следующим техникам. А вы поэтому не отключайтесь, а подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик вверху, да, чтобы не пропустить новые полезные видео обучающие. И я вам все расскажу, как поправить человека, как починить, как восстановить его, чтобы он от вас ушел молодым, здоровым, сильным, заново восстановленным, как будто бы заново рожденным. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудвин. Дарю свет.